Эй, Макс, сверху желает успехов. Лекс достал в карюле, тот продал книжечку. Получил на телефончик смс-ку, заказ на сумму 30 гривен, подтвердите продажу. Так, заходим на Лекс доставку. Что нас там ждет? О, книжка, кибернетический петушок. Комиссия 3 гривны. Стоимость 30 гривен, стоимость доставки 45 гривен. Ха-ха-ха, вы тоже, бля, доставка дороже, чем сама книжка. Вот, подтвердить, подтверждаем. Вот, подтвердить, я нажимаю, подтвердить. Вот, отправьте товар в течение 3 дней, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, сегодня отправлю, в принципе, не беда. Сейчас на барабанах позанимаюсь. И пойду отправлю потом. Ясное дело. Так. Сейчас мы это дело сфоткаем. Блин, где оно тут? О. Номер ТТН-ки ж мне нужен. Вот, сфоткать его. О, где он там, блин, есть? А, вот он. Все, есть. Сфоткал, все автоматизировано. В Киеве это. Ну, на всякий случай. И эту херню сфоткаем. Все. Это все есть. Так, все. Эту, можно сказать, штуку продали. Подтвержден. Сейчас мы ее будем упаковывать. Сейчас будем упаковывать. Музычка моя играет. Диджей Колдун. Упаковывать, чем плохо у них доставка, что надо за свой счет все упаковывать. Вот это хуйня полная. Наконец-то я продал эту книжку, блядь, пиздец. Сколько она? 2 года, наверное. Это какой? В 2016 году. Что, 2018? 3 года, блин, она. Не, ну я прочитал ее когда-то. Ну, совдепия, короче. Ничего такого особенного. О, тут даже закладка есть. Ну, без закладки продал. Нафиг она, кому-то там нужна закладка-то. Вот это полота этот. Ну, это типа, типа как крокодил был. Юмористический журнал такой, типа. Ну, может, коллекционер какой-то покупает, черт его знает. Так, ну, я его так делаю, вот. Опа. Я решил так вот сделать. Опа, опа, и вот сюда. И вот из-под диска у меня, по-моему, пришло что-то, или из-под кассетки, по-моему. И сюда вот засуну. Сейчас. И на мальбу еще. Что с этой книжкой не случится? Ну, нам это дело запечатаем и все. И ради такой мелкой продажи. Вообще, народ обнищал там или что, блядь. Заказ. Май вообще был отсосный. Не,
в мае я еще продавал. Вторая декада мая была хуевая, а июнь хуевый был. Скотча. Еще вот так вот. Уже будет полностью. Почти полностью. Ну, вот это уже. Так что Олег заставка рулит, только хуёво что-то рулит, народ, блядь, нищий. Вот. Покупает всякую мелочь. Сейчас я... Удовольствия нету от упаковки. 30 гривен, чуть-чуть, блядь. Всё, пока-пока, покупаю у меня на Лыксе. Товаров ещё много. 55 лотов всего. Ну, эту книжку я заменю, понятно. А, не, эту книжку, да, эту книжку я это ж продал. Это, ну, другую поставлю, когда придет сообщение, что можно еще ставить книжку. Все. Пока-пока. Ниже под этим видео читай комментарии, где описывается, какие книжки есть на продажу и какова цена. Ну и там есть ссылки на видеообзор на моем канале. Все, пока-пока.